парад и конкурсное дефиле. Фестиваль семейных традиций прошел на стадионе спортивной школы «Олимп» во Фрязине. Его приурочили ко дню семьи, любви и верности. Организаторы фестиваля Александр и Елена Мартыновы говорят, что основная его цель – укрепление семейных связей и сохранение традиций. Создание необычного образа всей семьей для участия в конкурсном дефиле – тому подтверждение. Вместе красили наш чудо-транспорт. Вместе придумывали, как он будет крепиться на самокат, как будет крепиться. То, что мы придумали. Потом все это красками раскрашивали, вырезали. Это было очень весело. Участники перевоплотились в героев сказок и мультфильмов. Мойдодыра, пиратов, Бабу-Ягу и других. Креативное воплощение идеи жюри оценивало в трех номинациях. Чудо-самокат, чудо-велосипед и чудо-транспорт. Победителя не выбирали. Награды были подготовлены для всех участников конкурса. Мы очень любим такие мероприятия, да, поддерживаем. Здорово. Также все желающие смогли принять участие в бесплатных творческих мастер-классах, активностях, розыгрыше подарков, приготовлении лимонада. На ура шли сладкая вата и попкорн. Для гостей выступил коллектив современного танца под руководством Лилии Лебедевой. Евгения Корыська, Ярослав Трубин, Щелковское телевидение.